Если что, я не вижу, что в чате, потому что зельку я не пил, я сразу с квеста сюда лечу. Чё? Так да ты не зайдешь в инст. Я видел чат. Не? В смысле? Почему я не зайду в инст? Там зелька не нужна? Или только на, нет, только на чат? Это только на чат. Ну, смотри. Похуй. Так, а кого сумму? Все тут? Че не? Вроде да. А, он скинулся на уране. Да, этот, не сейчас ты будешь танчить, паучить, что только на уголовании. Я понял. Просто у нас так ДПС намного больше будет. В суммарне. Бля, у меня чуть-чуть не докап, блядь, защиты, ёбаный, урод, надеюсь, как... Нет, блядь, сразочек. А у тебя есть этот... Так. Идол, который защиту дает. На руник. Так можешь сменить? Там дает 10 этой защиты. Профитнее будет намного. Типа можешь не докапы носить и просто это 10 набивать. Блин, гони еще раз дискорд. Всем, блядь, слепошара. Сейчас я кину. Поставь порт, пожалуйста. Пойду возьму, на всякий случай. Камень на КД просто. А что с ним? Хуёвый. А, да? Аргументированно, блядь, сказал. Ну. А что у тебя так мало хп, ебать? У меня власть другая. Ну, последний талант это как минимум уже он нахуй не нужен. Я даже как неопытный БДК, блять, это понимаю. Я всегда с таким ходил, было заебись. Ну, у тебя, это скажи мне, спек для рейеров, ну, типа, понял, такого, типа, ну, с вот вообще, это, да, изначально он создавался. С этой хуйней. Mm-hmm. Типа, для рейдов, мне кажется, вот, машина для убийства, это как минимум. Ну, лед, фрост, ветку больше вкачивать надо. Ну, это мое мнение, так что похуй. Чё ты смести сюда? Ну шо, все в Дискорде, все зашли. Чё там? Я хуй знает, чё вы собрались, 10 человек, и стоите тут возле портала. Ну хуя вы стоите? Долго ну, стоять? РЛ, блядь. Команду ФСБ заебал. Возите колчедан, мотоцикл стоит. Чего вы стали просто так? Они пропадут. Команда собирается. Ну, щи, забей, не страдай хуйней. Просто разместитесь по тачкам, ебать, и все. Они колчедан возят. Холипалу куда? Да в танк, наверное. Давайте, кто будет стакать? Я чаще всего летаю, да. Я могу постакать. Я это кто? Холипал. Ну вот Холипал постакает, и я постакаю. Летает он первый. Со мной с Найсом, кто там? Краделька и... И Латы, да? Латы в ДД. Да, вот я второй обычно летаю. Вы кто? Две перезагрузки в десятке делаете? Да. Окей. Ну и во второй разрушитель, кто там летает у нас? Ладно, полечу первый. Запускать с пола первых? Ну конечно. Фейс, ты, блядь, тут или где? Алло. Блядь. А? Я вылетал, сейчас захожу.
Это ну банк. Вот уже немного распределились. У меня макрос что есть. Только чуть-чуть изменить. Ну вот, со мной краделька первый летит, второй, блядь, кто? Кто полетит второй? Первый ок и шаман пусть летят. Не, я стакаю. Или ты будешь стакать? Да, бей. Надо хотел, чтобы он КЕ кинул. В кружке кто второй? Ну, сейчас он макро сделает. А шаман тебе зачем там, объясни мне? Под боевом залить. Быстрая остановка. Она не откатится до этого, скажи мне. Для остокрыла или на кого-то там. Там все равно, блядь. Забей. Остокрыла, она так сука и важна, что пиздец. Ну похуй, хорошо, окей. Ну что, ты заходишь? Да, загружаюсь. А? Вторые. Кто еще тут остались, ДПС? Я просто захожу, не вижу еще. А, ВАТ полетит. Он на ФДК и... Я первый с кружка полечу. В смысле? Сейчас, дайте, я зайду и все напишу. Я просто не вижу класс. Эк. У тебя ассист. Ибо у кого-то было такое, вы сидите, да, а у вас под жопой пот льется. Бывало, бывало. В Италии плюс 45. Так это, блядь, только июнь, ты понимаешь? Так, Рейтейк, у тебя сколько? 51 свежий. Значит, коделка полетит второй. Сейчас. Че, Войт тогда первый полетит, я второй полечу. Сейчас сделаю. Первые две строчки читайте. Ебануться, я еще и водитель, оказывается. Ты пошел раз, Вадим. Так, кто не назначен? Унер. Унер. Их. Так. А вы осадки будете и остальные пассажиры. Забафайте. Еще раз повтори, пожалуйста, Холипалу куда урнер. Ты в осадке. Либо водишь, либо пассажир. Давай просто сидел. В осадку сильно написал. А, окей, в трусы. А я постреляю. Ребят, давайте чуть быстрее, пожалуйста. Там же написано, Ксен летит первый в звезде. Вы что, не видите? Слезь ЛТ, стань рядом, Ксен, сядь в звездочку. Порезче делайте, блядь. Сделал. Вам написали уже. Все сели по местам. Ксен не загрузился. Ксен, загрузись. Пятерку нажми. Или пятерку. Шестерка. Осадки сбейте, короче, да. Кто над нами? Потом я руку сразу даю, да? Как хотите. Что можете это? Вообще не давать, если вы так залезете. Ну я просто хуй знаю, нахуй нам нужна. Ладно, давайте без Геры. Залете просто. Осадки пассажиры, блядь. No. Закидывайте. Угу. Сбей. Раделька. Прожми спин.
Заезжайте, 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 кидайте. Кто там приехал ко мне? Пассажир осадок, ваша цель цветы сбивать, убивать единицы. Стаки, кто проебал? Заезжать. Сейчас я тебя соберу. Заезжай. Ага, все, зарядился. Давай, давай, кидайте. Давай. В звезде зарядился, нет, не могу сесть. Не, да добивайте два ляма, чего вы дрочите? Бай, что-то мы вообще, блядь, быстро как-то сняли это говно. Конечно. Ну, конечно, полетел кену. Полетел кену. Всегда там. Боя, минут 41 делал. Ну, а, вот. Блядь, это скажи мне, сколько, блядь, даже ждать? Не умер. Поезд бы выучил рецепт на Эрдру. Если надо, кому-то бейте. Блять, говно багнулось. Там если кто-то рецепт получит, можете дать на кожевку. У меня тоже... Давайте, настакаева. Ну, он взял, выиграл. Скажите, что по баб... А, кулак МП5, окей, я каски. Ретейк кулак кидает. Ну, и манейгет кому нужно. ДК, этот, ваты. Убери пета, блядь, ебаного. Там кто-то в бою? Там кто-то в бою? Кто в бою, релогнитесь просто. Альт F4 или что-то такое. Да похуй, похуй, мы так добежим. Окей. Ксен. Ксен, ты тут? Ты успеешь робота сразу с нами убить? Чепох. Ну ладно, давай, пиздуй тогда быстрее, мы тебя ждем. А мы это убьем, дура. У кого рецепт там? Ну там же ж роллеры, ребят. Не видел никуда. Честно. Дза выиграл. Да, дза. Всё. Давайте. Найс показывает, что в комбате. Да, да похуй, да. Блядь, ну потом ревнусь. Касочку дайте по ДК, пожалуйста. А, приста бафа у нас нет. Блядь. Ну, подожди, может у меня свитки завалили, сейчас чекну. Свитков. Ну, без приста. Там можно сбегать, купить будет свитки. Что? Так как трэш там чистится, кто-то сбегает, кто-то засмонит. Все, все готовы, погнали. Чего у ДКшника хп так мало? Ты же у него какой-то... Я хуй знаю. Камни что-то сильные. С ним не так, бля. Типа, сильный ДК? Ну, в мече сила. Ну, потому что я анху Олег в основном. Так как ты танчить пошел? Сейчас один танк? Второй меч выбьет. Меня, бля, никто не спрашивал вообще-то. Ну, слушай, я говорил. Не, ну. Да похуй, 38к, в принципе, без стамины, было бы 40, нормально. Дальше переделаем. Ну, сейчас в натуре второй меч выпадет и сделает. Лови он третью, установка вторая. Так, ну если ты сильный, то на тебе должно быть агро. А, сейчас босс пускает. Да, давай, я даю геру, погнали. А я макро забыл убрать этот мастерию.
Из-за того, что мы в комбате багнули этого робота FM, пискометра не показывает как надо. Да похуй. Че не похуй, блядь? Бьешь и бьешь. Сильно не бейте сначала, там же уже надо брать его. Крадель как я даже вымканул. Говорит что-то невнятное, блядь. Это что? Это типа, блядь, высунь писью изо рта и говори нормально. Зачем если вкусно? Угу. Сука, взял такое пиво, какое-то горькое, блядь. Знал бы, блядь, что бы гаража, блядь, взял. А пиво все горькое, как бы. Не, ну, хайк, допустим, да, он такой более, я хуй знает. Я один раз только пробовал с привкусом кофе. Понял, что какая-то хуйня, и не все. Да не. Вообще все пиво хуйня, но иногда хочется. Там же эстроген. Женский гормон. Да-да-да, да похуй, блядь, хули. Был пацаном, стал. Стал не пацаном. Ну. Че, это выгнись из клипа, и мы идем сразу на робота? Не, убьем, просто ксена все равно еще нету. А зачем нам магнис? Кому-то нужен? Бля, мне очень нужен, на самом деле, меланхолик, а если не сложно. Ну, видишь. Плащ. И он, бля, тупо не падает вообще. Там Салгаона за квест, тоже носила. У меня Урнеру унес первый плащ. Или Керриган, подожди, унес. Нет, он ты. Какой? Носила. Не? Бля, это Керриган. Я вообще, я холиком хожу, какой у меня плащ носил? Все равно сейчас комбат надо будет скинуть. Я предлагаю сдохнуть на двух этих мобах. Парни, мне нужно на 5 минуток буквально жену забрать с коляской, и я приду. Ну давай, беги. Только надо, чтобы он тоже сдох. У нас танка нет, куда полить. Умирать же. Так сказали, умираем, давай умрем, быстрее будет. А того убьет, кто там отошел. С него бой потом на всех опять повешается, блядь. А я хуй знаю. Подведите к нему моба. Да, просто подведи, просто да, подведи к нему еще. Бежал, чуть не разбился. Они вроде не уедут. Ну, у них аура, когда рядом стоишь, урон наносит. Сейчас вот так припельменит. Надо было напулить? А, да и так убьет. Все, пельменит уже. Напулить, а есть кому? Бежал. Ну все, видишь, умер. Все, без боя.